Мы впервые сходили в турецкий кинотеатр, и вот что меня удивило. Перед сеансом показывают не только рекламу фильмов, но и обычную. А зарубежные фильмы показывают на оригинальном языке с субтитрами. А еще во время фильма делают 10-минутный перерыв, что очень удобно. И лайфхак для тех, кто плохо знает язык, но очень хочет в кино. Вы можете скачать фильм на телефон уже с русской озвучкой и включаем в наушниках одновременно с фильмом на экране. Так вы будете слышать и оригинальную речь, и дубляж. Мы посмотрели фильм «Барби», и нам очень понравился. А как вам?